переходим к более серьезным мужчинам. Зачетная категория ТР-3. Из города Минск, 304-й крестный экипаж, Гневко Дмитрий Николаев Олег. От себя хочется добавить, что за рулем этой машины находится председатель комитета внедорожных соревнований Белорусской автомобильной федерации Николаев Олег Ростиславович. Выступает постоянно и в джип-триале, и в джип-спринте, и в трофи-рейдах на этом автомобиле. И это идейный вдохновитель чемпионата Республики Беларусь по ралли-рейдам. Без него бы в Беларуси ралли-рейдов не было. Браво, Олег! И спасибо за ту работу, которую ты делаешь для белорусского оффроуда. Проводите бурными аплодисментами наших участников на Сузуки Самурайчике. От Сузуки Самурая здесь осталась только рулевая колонка. И то, честно говоря, не помню. Экипаж под номером 302. Как-то поддержите наших участников. Как-то вы прошли мимо. Расскажите что-нибудь. Если кто-то расскажет, поехали наших участников. Поддержите. Как говорил поручик Жевский, мы себя в танцах покажем. Первый экипаж у нас на подиуме. Антонис Венкус, Альвадас Легис. Литовская Республика. Поддержите наши гости из Литвы. Продолжаем серьезную категорию ТР-3. И наши гости из Литвы, 303-й экипаж. Малайска Ричардас, Данизас, Дариус. Удачи, ребята, на интересной котлетке. Экипаж под номером 305. Под девизом «Только одна». Чуть-чуть вперед! Лысенко Евгений, Широков Олег.